Отойди, отойди, ты мешаешь, ты мешаешь. Всем привет! В эфире снова рубрика «Дешево и сердито», в которой я рассказываю секретики, бьюти-секретики красоты из ингредиентов, которые есть у вас дома. И сегодня мы делаем масочку для уставшей кожи из банана. Кто сюда положил утюг? Нам понадобится мисочка, вилочка, половинка банана и ложечка сметаны. Толчем банан. Приветики. И сюда добавляем ложечку сметаны. На глаз. Перемешиваем. Закалывание волос. Шо, сам ты клумба, Крым 2010. Умываемся теплой водичкой. Наносим маску руками, избегая кожи вокруг глаз. О пользе масочки. Витамин С замедляет старение. Витамин Е – гладкость, питание, омоложение. Витамины В6, В12, В1 и В2 препятствуют появлению сухости и шелушения. Я отмою твои очки. Теперь у вас есть 20 минут на кинчик, журнальчик и перекус. Несе Галя воду, кором слагнеться, а за ней Іванко, як боровинок в'ється. Мама мне всегда говорила, что я самород. Спустя 20 минут смываем теплой водичкой. Эффект супер бархатистая кожа. Балдю. Заканчиваем процедуру нанесением своего любимого крема. Надеюсь, вам понравилась моя масочка.